конечно, не уважал бы такой. Анархизм на Кавказе. А ты анархист? Право. Право анархист? Да. Это как? Ну, то есть я выступаю за частную собственность и за горизонтальные связи. То есть, ну, естественно, что это нонсенс в нынешних условиях при настолько дикости людей, недоразвитости большинства. Ну, а кто-то есть из апологетов? Кропоткин. Кто? Кропоткин? Кропоткин. Можно того же Уилсона назвать, допустим. Ну, вообще, Кропоткин, он во многом разочаровался под конец в своих взглядах, когда увидел, как это все прикладывается к реальности. Ну, естественно, а как все прикладывается? Любой взгляд в итоге вырастает во что-то совершенно противоположное. Ну да, потому что появляются какие-то люди, которые в них не верят, хотят на этом просто... Ну, да. Что-то навариться. Вариться. Да. Так и все мы тоже хотим о чем-то навариться, я думаю. Ах уж. Да? Вот тоже. Только начнем. Ну, каждый тоже там. Откуда ты выудил такой? Давай. Красивый. Так, ну что мы? Вот это чудесно. Благословение.